Ловили, пока не скрутили. Три жителя Узбекистана предстанут перед судом за браконьерство на Камчатке. Как рассказали в краевом следкоме, собрано достаточно доказательств для обвинения. Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении троих граждан Республики Узбекистан. Они обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста с причинением особо крупного ущерба в составе организованной группы. По данным следствия, в мае 2020 года обвиняемые, зная о том, что вылов тихоокеанского лосося в территориальном море на миграционном пути к местам нереста лососевых видов рыб запрещен, преследуя корыстную цель, создали организованную группу с целью вылова водных биологических ресурсов в территориальном море в Камчатско-Курильской подзоне в акватории Охотского моря. После чего обвиняемые, находясь на указанном участке местности, используя ставную жилковую сеть и надувную лодку с мотором, осуществляли вылов лосося тихоокеанского до момента их задержания сотрудниками правоохранительных органов. Действиями злоумышленников причинен ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемые полностью возместили вред, причиненный преступлением. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения и последующего направления в суд.